Гори все синим пламенем. На подмосковном мусорном полигоне сегодня уничтожили несколько тысяч спортивных костюмов, брюк, носков из Китая. Крупную партию контрабанды в Россию везли в 89 морских контейнерах. Тонны одежды задержали в порту Владивостока российские таможенники. Сбыть контрафактную продукцию преступники планировали в Москве и Московской области. Заработать собирались миллиарды рублей. 89 контейнеров – это более 2 миллиардов рублей. За последние 2-3 года это самая крупная партия, которая была задержана в центральном регионе. К слову, вместе с ширпотребом в Россию везли и обувь хорошего качества, и рыболовные сети. В таможенной же декларации мошенники груз записали как строительные материалы и кошачий туалет. По подсчетам экспертов, нелегальный импорт продукции из Китая ежегодно достигает 5 миллиардов долларов.